Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане посол Петр Михалко, выступая в рамках марша за действия по борьбе с изменением климата, поздравил председательствующую в КОП-29 Азербайджан, выражая признательность усилиям и проделываемой работе по подготовке к этой очень важной глобальной конференции по климатической деятельности. Посол выразил свою радость по поводу участия в Бакинской неделе действий по климату, отметив, что это мероприятие подчеркивает важность данного вопроса и коллективных усилий. «Я также ценю работу Нигяр Арпадараи, лидера высокого уровня КОП-29. 29 по климату. Европейский Союз продолжит тесное сотрудничество с Азербайджаном в период его председательства в КОП-29 для достижения успешных результатов этой очень важной глобальной конференции и целей, представляющих значение для будущего нашей планеты», отметил Петр Михалко.